В заседании антинаркотической комиссии участвовали сотрудники профильных отделов администрации, руководители организаций, имеющих отношение к работе с населением. В целом ситуация по противодействию наркоторговле в округе находится под контролем. Количество зарегистрированных преступлений и, соответственно, употребление наркотиков снижается. Однако названные на заседании цифры говорят о том, что зло, к сожалению, не побеждено. Всего на 1 января 2019 года по диспансерным наблюдениям нарколога составило 4999 человек. Из них 494 с диагнозом наркомания и 71 человек – это пагубно употребляющие наркотики. То есть у них еще зависимость не сформировалась, но тем не менее они уже были замечены в употреблении, относятся к так называемой группе риска. 20% из них – это женщины. Практически почти все лица, зарегистрированные в наркологическом диспансере по наркомании, употребляют зелье инъекционным способом. 25% из них ВИЧ-инфицированы. У 41% выявлен хронический вирусный гепатит С. На снижение этих цифр и нацелена работа членов антинаркотической комиссии. Так, на заседании рассматривались вопросы, связанные с ролью физической культуры и массового спорта в системе профилактики, а социальных проблем в молодежной среде. Заслушаны были итоги работы за 2018 и за первую половину 2019 года. В 2018 году было проведено 687 физкультурно-массовых спортивных мероприятий. Общее число участников свыше 40 тысяч человек. Это больше, чем в 2017 году на тысячу человек имеется четкая стабильная тенденция на увеличение. В первом квартале 2019 года в городском округе было проведено 197 мероприятий. В них приняло участие более 12 тысяч человек. Среди школьников округа в группе риска на профилактическом учете стоят 156 ребят. Для большего контроля за ними в летнюю пору комитетом по образованию были выделены бесплатные путевки, в том числе и для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 5 путевок это открыт для ребят, которые стоят на учете, и 76 для детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. По линии Комитета по образованию проведена масштабная профилактическая межведомственная акция «Здоровье – твое богатство». Она включала в себя 190 мероприятий, в которых участвовало более 4000 человек. На заседании также были представлены изготовленные для широкого круга жителей, для взрослых и для детей, специальные агитационные материалы, пропагандирующие здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек, календари и памятки. Показано и куда обратиться, и как помочь родителям, какой по здоровому образу жизни и всему прочему. То есть тут минимизировано, сжато, но я считаю, что это тоже большое подспорье. Андрей Цеходович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».